Да, всем привет. И это славянская защита в камбэке. У нас серьезный. Да, я поиграюсь. Почему я не могу фигуру взять? Почему? Дай мне славянку поставить, пожалуйста. У нас сильный соперник, ты Да видишь? он не будет ходить. Будет. Нажмем на паузу. Блин. Все, ребята, соперник пришел. Да, сюда. Слон c5, поставь слона на c5. Да. Нет, стой, не заноси, это не серьезные шахматы. Ну, а как что серьезные? F5 серьезные шахматы. Что ты делаешь? Подожди, вот теперь это серьезные шахматы. Ну почему? Потому что это шахматный камбэк. Вот смотри, теперь у Ну, нас идея пойти f5. шахматы камбэк. Смотри, идея пойти f5. Да и f5. Все, нафиг со своей идеей, ты уже отдал Да слона. нет, дай мне f5 пойти. Отлично. h3, да h3. Так конь сюда идет, конечно, ты. Да нет. Все, фигуру не съели. Блин, ну и тума. Ладно, еще Ну, отдаем. согласен. Ну. А как? Слон e6, потом ферзь f4, или ферзь f6, потом ферзь g5? Я не знаю, думаю сам. Ну, безнадежно просто и в том и в другом случае, так что здесь все от тебя зависит. Ладно, давай так. Да, я не люблю слонов. Все, мат пошли давать, Никит. Ну чё, почему это так трудно, а? Нет, надо взять коня, это очень важно. Зачем ты его взял? Чтобы своего на d7 поставить. Что? Ты не можешь это терпеть? Нет, я не могу. Я Сейчас будет. я разочарован. Упадет g3 и будет ничья. Почему? Ну, взял ферзь g3, ферзь h3. Чудо. Нет, мы поведем ладью через Ну да. конь d7, король g8, ладья f8, ладья f6, ладья g6. Миллиард темпов. b5, пожалуйста. Нет. Ты загнешься в страшных муках. Напал на коня. Так, по-моему, пока тут мат уже станет. Согласен. Да зачем? Нужны все фигуры в атаке, ты же Ну сам конь, тут. ну накидывай f3, конь f3. Сначала f3, сначала коня, потом f3. Вот он сейчас его вырубит, ты его туда не накинешь. Ничего он не вырубит. Только спокойствие. Так говорят все узурпаторы. Ну вот видишь? Ну все, мат. А, точно. Нет, не мат. Мат. Правда? Да. Представляешь, какое счастье. Нет. Провалил. Да ты просто не дал мне нормальной позиции спать. Подумаешь, без фигуры. Да ты там плюс миллиард после конь e6 оценка. Ничего там не было. А, нельзя еще рано. Он сейчас даст. Да ничего он не сдаст. Он сейчас пойдет g3, получит ферзь h3, тогда сдаст. Ты плохо понимаешь психологию. Вот этому человеку лет 60, вот смотри. Бердникова. Нет. Я тебе говорил 60. Кандидат мастера 2150. Да вы издеваетесь, что ли? Что-то он гонит. Не думаю. Почему ты не думаешь? Что это было ужасно. Вот видишь. У нас у, например, Кирилла Ревы, который в финале занял третье место, и по идее должен был второе занимать, у него рейтинг на 100 пунктов меньше. Я представляю, что Кирилл бы сказал по поводу такой игры. Ну вот видишь, он пожертвовал слона. Да. Нет, будет ли цигр на ферзь e8? Это вопрос. Думаю, что да. С идеей сбить флаг? Нет. Не понимаешь ты психологию. Всем спасибо за внимание.